И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня, ребята, я продолжаю играть в игрушку под названием Ган. Ну и, собственно, мы остановились на том, как мы встретили какого-то незнакомца, который нам предложил пари, о котором мы еще не знаем, чтобы получить данную лошадь. Вот, ну, собственно, сейчас мы... Сейчас нас научат кататься на лошади. Я, в принципе... умею кататься на лошади, поэтому... Меня, в принципе, ничего учить не надо, я думаю, я тут быстренько освоюсь. Так, вот. Хотя я, в принципе, давно не катался, поэтому я не знаю. Возможно, я буду фигово не кататься. Ну что? Чудненько. Готов, приятель? Да готов, я готов. Поскольку я действительно благочестив, я дам тебе возможность чутка потренироваться, прежде чем мы заключим наши пари. Угу. Начнем, пожалуй, с галопа. Хорошо. Так, галоп. Когда скачешь галопы, можно время от времени нажимать левый shift для кратковременного ускорения. Ну хорошо, хорошо, помню. И типа, мы это можем делать не постоянно, а пока он несет энергию нашей лошади. Еще раз. Вот. И еще у нас тратится хп у нашей лошади, вот. Ай, молодчина! Если пришпоривать лошадь слишком часто, она может даже умереть. Вот, то есть, видите, мы когда ее шлепаем, вот, она хоть разгоняется, но она теряет здоровье, но она скоро его восстановит. Вот. Забудь на время про шпоры, и твоя лошадка живет. Угу. Даже еще нужно делать прыжок, чтобы взять укрыв. Ай, молодчина! Ой, как это было тяжело. Еще раз. Окей, это не сложно. Окей. Ну, парень, покажи, на что ты способен. Любой имеет шанс обставить меня в гонке, если он действительно мужик. Отлично. Ну а теперь посмотрим, чего ты стоишь в деле. Ну, кто быстрей? Хорошо, так, погнали. Погнали к старту, и мы стартнем нашу гонку. Кстати, я забыл, как убрать оружие, ребят, я совсем забыл. Да, ну ладно, пофиг. Поскочу с оружием в руке, да. Ну чё, куда? Давай, быстрее. А, вот туда, я понял. Так, нужно как-то развернуться тут. А тоже неудобнее так вообще. Все, управление довольно тяжелое, так. Окей. Давай. Приготовься к скачке. Угу. Внимание. Алло, он быстрее меня начал. Алло, так нечестно. Угу. Окей. Ладно, я в принципе и так сойдет. Оп. Перескочили. Оп, перескочили. Обгоняем этого нуба, обгоняем. Я думаю, нам, в принципе, не составит труда его выиграть, потому что у нашей лошадки довольно много еще хп. А мы уже впереди. Я могу ее еще, в принципе, ее еще раз ускорить, но. Я этого пока делать не буду. Так, второй круг. Кстати, хп у нас восстанавливается только тогда, когда мы. Ну, остановимся. Видите, сейчас я бегу в ускоренном режиме, да? То есть, чтобы она восстановилась, нужно остановиться, но. Конечно, я этого пока делать не буду, потому что мы на гонке, собственно. Так, оп. Перепрыгнул. Ну да, в принципе, я думаю, это будет вообще легко его обогнать. Можно, в принципе, даже в него еще пострелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Видят, я даже застопорился, и все равно я угоняю. Я думаю, это пройдем с первого раза. Вот, а в будущем мы еще будем стрелять с лошади. Довольно, я говорю, интересная игра. Мне она очень нравилась, когда я играл маленький. Так. Вот. Можно, в принципе, сейчас ее прям посильнее даже побить, чтобы еще быстрее ускориться. Так, перепрыгнули. Ну и все, давайте ее ускоряем по максимуму. Все, вы слишком сильно гоните лошадь, да пофиг. Пофиг, как говорится, мы победили. Да. Черт побери, ты пришел первым. Е. Так, тебе нужно следовать за этим Томпсоном, Томом. Так. Давай со мной. Окей, еду. А как тут пройти? Здесь, что ли? Да, видимо, здесь. Угу. Так, и чё? Тебе надо убить как минимум 5 бизонов из стада на лужайке. Окей. Помни, чтобы убить бизона, надо атаковать на скаку или поднять лошадь на дыбы. Окей, вот так вот будем их всех бить. Минус один. Минус... И ещё один. Стоп, а если я их так убью, то не засчитается, нет? А... Ну ладно, хорошо, будем именно так, бабах. Нифига, что с ним такое произошло? О, господи, он завис в дереве. Ладно, батарись. Так, убили. Убили. И еще один остался. Где? А, вот он. Бабах.
Ага. Так, теперь нужно его... Попробуй стрелять из седла. А где бутылки-то, собственно говоря? Бэмс, 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 бэмс. Однако посмотрим, каков ты в бою. Если выиграешь и это пари-пари, мне и правда придется подарить тебе лошадь. Окей. Эти чертовы волки опять рыщут в окрестностях. Окей, мне нужно перевести колков. Окей, минус один, мы, в принципе, уже сделали. Сколько мне их там нужно убить? В принципе, не... Блин, они еще убегают. Это на самом деле плохо. Так, давайте ускоряемся и... Бабах! Затоптан. Убей всех волков. Не убей. Да блин. Всех прям нужно убить. А я их могу вот так вот расстрелять, нет? Нет, или это нужно именно на лошади? Затоптан. Я на самом деле не знаю, нам нужно их именно на лошади убить или так. А, так, еще, кстати, за что я люблю очень сильно эту игру, это за офигительный просто сюжет. То есть, у нас сюжет будет развиваться очень неожиданно и очень странно, вы сейчас сами это увидите. Ты выиграл, честно. Поласкай с ней, ладно? Она была хорошей лошадкой. Спасибо. Вот сейчас вы, в принципе, увидите, что произойдет. Вот, в общем-то, он нас предает. Благочестивый, говоришь? А ты как думал, что я просто так, без боя, свою лошадь отдам? Пора мочить ублюдка. У него при себе жетон из Альгамбры. Окей, так, нас пытаются завалить. Но, конечно же, у них ничего не получится. Мы расстреляем их лошадь, и они, собственно, упадут с нее. А дальше уже будет легко. Ба-ба-бах. И потом... Бах-бах, ну, в принципе, он уже труп, да. Кого там нам нужно еще убить? Этого? На, изи. На, изи. В принципе, я затопчу тебя, пожалуй. А, то есть ты не хочешь топтаться? Ну, окей, сделаем так. Ну, прощай, Том. Проезжать мимо, обязательно подброшу тебе землицы. Было как-то изи. А, вот. Ну и, собственно, мы потихонечку едем в тот город, который нам сказал... Ехать этот, как его, Нед, ну, типа наш псевдоотец, который в итоге оказался нашим не отцом, но правду мы узнаем позже. И, кстати, я они тоже не знаю, точнее, я знал, но теперь уже не помню. Вот, я как говорил, игра очень похожа на GTA, вы сейчас все поймете, в принципе, сейчас у нас, в принципе, начинается как GTA в средневековье. То есть мы у нас уже, в принципе, свободный выбор, что можем поделать, можем здесь поскакать, можем поехать в Dodge City, а можем вообще ничего не делать. В общем, вот, но мы сейчас едем в Dodge City. Мы будем действовать основной цепочке. Ну, тут, конечно, будет дофига дополнительных заданий, но я, наверное, их всех выполнять не буду, потому что если я их все буду выполнять, то это будет очень долго. А, кстати, также тут есть всякие разные профессии, то есть можем, допустим, добывать золото, но я пока этого делать, конечно, не могу, но потом смогу. Вот. Тут мы, сейчас мы переберемся через реку. Тебе повезло. Ну, в общем, я не буду это все смотреть. Мы сейчас просто как бы едем в Dodge City. Смотрите, а тут уже озвучки нету. Баба. Так, ладно, садимся в седло и, собственно, поехали. Так, нам нужно кому-то нужно приехать. А, вот. А, вот, собственно, вот у нас начались эти... Дополнительное здание, то есть вот, разыскивается кто-то. Давайте попробуем выполнить, чтобы я просто вам показал. То есть основная цепочка у нас показывается крестиком на карте. То есть нам нужно вот сюда приехать и с каким-то барменом поговорить. Ну, также есть множество других заданий. Вот, допустим, давайте выполним вот это, разыскивается. Давайте его выполним. Также можно устраивать драки прямо в городе. То есть, смотрите, допустим, я сейчас начну его бить. Бах, бах, бах. И мне тут загорятся, в принципе, все. Ну, сдохни, сдохни, сдохни. Вот. И у нас в левертом углу пишется терпение горожан, и когда типа она там до нуля к нам прискочит какая-то типа полиция. Ну, в общем, неважно. Давайте выполним квест. Собственно. Так. Это было всего лишь они. Ну, короче, ладно, неважно. Охотник с главами. Ищи объявление, разыскивается. Вот. Разыскивается Джордж Махоуни по прозвищу Егуляр. Виновный в убийстве цирюльника из Empire City, неровно подровнявшего ему бороду. Ну хорошо, хорошо. А, вот, и за выполнение задания нам будут давать всякие то ли золото, то ли вещи. Мы сможем их одевать, допустим, можем преобразить нашего персонажа. То есть можно надеть на шляпу, купить себе новый револьвер, дробовик, ну или что-нибудь в этом роде.
Я думаю, вы поняли. Так, первая задница вроде бы легкая. Нам нужно кого-то задержи или убей Джорджем. А, он, видимо, у нас в этом здании находится. Окей, сейчас приберем сюда и убьем. Так, сейчас слезем с коня. Я думаю, где-нибудь здесь припаркуем. Вот, и убьем. Так, это у нас добрые чуваки. Нам их убивать, в принципе, не нужно. Вот, мы этого должны убить. Ну, в принципе, это легко здесь будет. Я думаю, он даже ничего понять не успеет, как я его убью. Все, изи. Так, вы навыки выросли, стрелок. Ну, то есть у нас повышается как бы скилл. Вот, нам дали $10, отлично. Прям как-то мало за убийство, ну ладно. Ну, собственно, вот такие вот у нас дополнительные здания. Давайте попробуем выполнить основное. Так, бармен. Говорим с барменом. Слушаю. Я ищу Дженни. Эй, Дженни! Вот она, Дженни. Откуда у тебя это? От одного парня по имени Нед Уайт досталось. Он просил разыскать тебя. Я помню Неда. Он здорово привязался к одной девчонке, работавшей здесь раньше. Сэдди. Вон ее портрет над стойкой. Сэдди мертва. Что? Откуда ты знаешь? Ты кто такой вообще? Нед был моим отцом. Их обоих убили на том пароходе к северу отсюда. Пойдем наверх. Черт побери, девка! Сколько нам еще ждать, чтобы трахнуться по-человечески? Пока я не освобожусь. А пока уймись, ладно? Опрокинь стаканчик за мой счет. Ни черта, он вперед нас не получит! Пусти меня! Стоять, дура! Ну, давай, покажи! Вот так вот. Нас напали, короче, мы сейчас будем его убивать. Ну, собственно, мы его, конечно, убьем. Ну, вы сами все понимаете прекрасно. Так, давайте выходим и бабах, получи, говнюк. Так, садимся, как сесть? Так, садимся. Выходим, бабах. Так, он за нас играет, в принципе, бабах. Ага, окей. Бежим наверх, помогаем Жене. Если мне не изменяет память, она убежала вниз, зачем набежать наверх? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сдохни. Так, убили. Ой, меня значит не убили, надо похилиться. Так, я похилился, отлично. Умри, говнюк, жопа. Да где ты? Но, отлично. Так, возьмем вот эту штуку, чтобы хилиться. Так, ну что у нас дальше? Куда нам идти-то нужно, еще не попонять. На. Так, получи, говнюк. Так, отлично, убили. Нубов. Так, идем дальше. Ой, это были мирные жители, блин, зачем я их убил? Ой, нифига себе, тут женщине просто бошку разнесло. Так, окей, пойду его убью. На его, на, разрезал. Воу! Сдохни! Ой, хилимся! Так. Давай, подойди. А, где? Откуда? Вроде отсюда меня убивали, да? Минус башка. Так, все, выпили всю банку, в принципе, это, ну, конечно, плохо, ну ладно. На, да блин. Все, минус. И что, это Дженни или кто это? Нет, вроде это не Дженни. А он еще жив, смотрите. Ну, уже, в принципе, нет. А, так. Патроны давайте возьмем. Как их взять-то? А, у нас полный патрон. Полно патронов. Так, ну окей, бежим дальше. На, сдохни. Оттащи его от меня! Бамс! Прострелил мой глаз. Изи. Подойди. Хочу тебе кое-что показать, пока не нагрянули остальные из красной руки. Это все твое. За ночь до своего отъезда Сэдди попросила меня сохранить это все для Неда. Бедняжка, по-моему, она была в него влюблена. Нед никогда не любил шестизарядники. Он предпочитал ружья и томагавки. Куда отправилась Сэдди? Empire City, Нью-Мексико. Ее переманили в новый бордель. Наобещали ей там всякого. Но она оттуда сбежала. Знаешь почему? Нет,
Но, может, узнаю. Как только дорогу откроют, я думаю занять ее место в Эмпайре. Назад! Жди здесь все дотла! Этот ублюдок замочил моего брата! Угу. Так, он у нас есть... Нам дали новый пистолет. Так, ты у нас будешь идти, нет? Или тебе... Не-не-не, сдохни. Так, короче, мы... Ой-ой-ой-ой, не заметил тебя, сори, братан, сори, сдохни. Так, собственно, давай, иди за мной. Иди за мной, Дженни. Так, куда мы, собственно, идем? На-на. Так, возьму, пожалуй, эту штучку, бабах. Нет, с дробовика стрелять на расстоянии, это, конечно, полный бред. Убиваем так. На-на. Ах, ты не хочешь оттуда вылазить? Ну, давай, я тебя выгоним по-другому. Так, бабах. Да блин. Я потушу пожар, а ты займись этими пожарниками. Окей. Какими пожарниками? Альгамбра, это типа жизнь Альгамбра, вот слева у нас показывается. Это типа вот этот отель. Да сдохни ты, сдохни, не поджигай тут ничего. Слышь ты, говнюк, сдохни. Так, прострелили ему бошку. Неплохо. Так, кого тут еще нужно убить? Сдохни. Так, и где они? Они тут, что ли, прям? Да сдохни ты. На. Ага. Да сдохни. Все, изи. А, спасибо, кого-то. Кого-то нужно. Бах. Оу! Вот это больно вообще-то. Ладно, окей. А, я все равно на. Собственно, на своего лошадь, на свою лошадь, и буду все тут давить нафиг. Так, давай. Подходи по одному. Говню, жопа. Давай. На. Ага, вижу. Минус. Они заходят с тыла. Так, окей. Блин, горит. Так, кого мне там нужно убить еще? Блин, сейчас ее взорвут нафиг эту Альгамбру. Да сдохни ты. Кого там убиваю? Кто меня убивает? Ничего не могу понять. Упс! Как я сюда упал? А как подняться-то, господи? Они атакуют с запада! Ой-ой-ой, нафиг я сюда свалился. Блин, ладно. Хорошо, задание провалено. Еще раз попробуем. Сдохни. Разбирается с остатками шайки. Да умри. А, типа вот это и есть круто, я типа не могу его убить. Ну вот странно, конечно, ну ладно. Устроим веселье. Откуда нас нападают-то? Они заходят спереди. Так, минус. Дальше идем. Окей, убили. Да кто меня стреляет, задолбали. Они заходят. Господи, я застрял в текстурках. Дави поджигателей! Конем дави! На. Так, перережу. Ну, кого еще перерезать? Блин, кого мне еще убивать-то? На. Минус. А, он не сдох, ты что ли, можешь еще? Завалить их всех скопом, если налетишь с разбега. Угу. Они атакуют с востока. С востока это откуда? Это отсюда получается, не? А, нет, оттуда получается. Все, иду. Блин, без коня, конечно, тупо. Но у меня конь застрял в текстурках. А может, не застрял, надо проверить. На.
На. Да сдохни же ты вы, господи. На. А Дженни-то что умирает, я не понял. А Дженни какого фига умирает? Вот же она, что с ней такое? Я не понимаю, кто Дженни убивает. Ладно. Надеюсь, она не сдохнет, пока я тут разбираюсь с этими дебилами. Умри. А, ну все, в принципе. В принципе, я победил. Это последняя волна. Бей их. Фух, выиграли. Ну давай, разберемся. Если ты на самом деле мужик. Ну, это типа крут, который не мог убить. Угу. Типа дуэли. Угу. А, мы типа сейчас не будем сражаться. Окей. Я его с легкостью сделаю. На. Пофиг, я его не убил. Убью чуть позже. Вначале нужно убить этих поджигателей сраных. Да блин, его Дженни убивают, ё-моё. Да умришь ты. Умришь ты, говнюк. Умри. На. Ой, нужно выпить. Так, отлично. Минус. Убил. Ну, как-то это было изи, да. О, новый дробовик, отлично. Новый дробовик. Держу пари, он умер, прежде чем коснулся земли. Ты меня арестуешь? Я хочу нанять тебя. Я Патрик Дентон, городской шериф. Где ж тебя носило, Пат? Здесь такое творилось. А? Там на мосту Апачи устроили настоящую бойню. Слушай, мне нужны такие стрелки, как ты. Сегодня он занят со мной. Ух ты! Ну и счастливчик. Как передумаешь, приходи на мост к западу от города. Угу. Хорошо. В принципе, мы придем к нему, да. Дженни, ты тайны хранить умеешь? Я сама сплошная тайна, милый. Я был на том пароходе. Я видел проповедника, командовавшего резней. Проповедник? Примерно неделю назад объявился здесь один пастор по имени Рид. Сэдди искал. Он не сказал, откуда он родом. Сказал, что пришел из Эмпайра. Тогда я поеду с тобой. Я знакома с тамошним мэром, его зовут Худо Браун. Если кто и в силах отыскать твоего проповедника, так это он. Ну что ж, пожалуй, мне пора к мосту. Надо помочь шерифу расчистить путь. Сдачу оставь. Ну, в принципе, вот так вот. На этом я, наверное, пожалуй, ребят, закончу. Вот. Так. Да, хорошо. Мы теперь можем пускать бомбы вот так вот. Вот. Я думаю, в следующей серии мы как раз пойдем к этому Пэту Дентону, будем выполнять его квесты. Вот. Но на этом я, в принципе, хотел бы закончить. Ой, лошадь не гори. Лошадь мне еще нужна. Лошадь, стой! Так, вот. На этом мы закончим, ребята. Спасибо всем за просмотр. Ставьте большие, ребята, пальцы вверх. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой основной канал, подписывайтесь на этот канал, вот. Ну, а с вами был Жека, и всем удачи, ребята, всем пока.